Вот Google нам в помощь, вот набираем стеклоправ, и выходит нам вот такой сайт. Вот здесь, как я заказывал, покупал. Значит, сразу скажу, ребята адекватные, нормально, как говорится, работают. Вот, проблем никаких не было. Тут просят они сразу зарегистрироваться. Вот, я зарегистрировался. Почему? Потому что, посмотрев этот сайт, вот, я как бы понял, что кое-что я буду постепенно, понечку покупать. Но меня, конечно же, интересовало инструмент для вневмет. Вот. Поэтому я зарегистрировался. И первое, на что я нажал, это был как раз наш толщиномер. Вот. Еще раз скажу. Вот мы вошли на сайт. Инструмент для удаления вмятин. Нажимаем. И первым делом выскакивает вот такой вот наш толщиномер. Российский и прочее. Потом идут инструменты. Вот. Это как бы либерально сделали, его поставили. Здесь все описано и расписано. Вот его размер, габариты, от чего питается. От маленьких двух штучек батареечек. Вот. ААА. Вот. И я бы сказал, что почему это? Шаг измерения прибора, вот мы видим, 0,01 мм. Вот. В других приборах, в некоторых, которые стоят гораздо дороже, в 2-3 раза дороже, вот. Но вот эту цену не беру сейчас, 2550, это сегодня. Я брал, ну, не хочу врать, но, наверное, в половину дешевле, даже чуть меньше. Там 1120 или что-то такое. Ну, у меня как бы документы не сохранились. Давно было, как говорится, давно и неправда. Вот. Чем мне, как говорится, понравился, тем, что его надо калибровать. Он самокалибруемый, работает точно, ломается. Да, я скажу, так и есть. Вот, он простой, корпус у него такой дебелый, советский, как бы, вот его включаешь, заработал. Вот у нас еще есть подсветка, кстати, прям серьезный. Вот, и вот эта кнопка сброса. А у нас машинка, допустим, мы смотрим, вот, явно видно, что красилась. И просадка. Риски на бак через лак видны. Вот, берем его, ставим. И поехали. Вот, 0,15. 0,17. Это практически на одном месте. Вот, меряю 0,17. Вот. 0,16. Ну, в принципе, в пределах разумного. Это говорит о том, что тут машинка в переход красилась. Потому что заводское покрытие тоже может бы доходить. Но тут явно видно, что невооруженным глазом. Вот сейчас я попытаюсь снять. Видна риска. Вот. Такая риска на заводском покрытии. Ее просто не бывает. Опять же, она есть, здесь нету. Вот здесь есть контур отчертия. Значит, что-то где-то поцарапано. И вот мы видим эту риску на просадке. В другом месте, допустим, чуть дальше, уже этой риски мы не наблюдаем. Исходя из этого, вот мы видим риска, 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 риска. Потом она заканчивается. Вот она. То есть это говорит о том, что машинка подкрашилась. То же самое вот здесь. Если внимательно присмотреться, вот, вот он кратер один. Вот они кратера, прям дырочки. Как будто кто чем-то наколол или просверлил. И вокруг них мы видим опять же эти риски от просадки. Вот, то есть, ну, бы. Да и вообще я скажу так, что и у нас уже, и в Америке, особенно я вот сколько раз сталкивался, там не заморачиваются, а в общем и целом машина смотрится, все хорошо, красиво и все. Там переход, не переход, им вот. Все аккуратно, все нормально. Так вот, что касаемо вот этого вот нашего приборчика, толщина, довольно-таки он
экономичный. Я батарейки один раз поменял. Вот, работает он шикарно. Вот, работает и в зиму, и в холод. Тут даже написано, что работает. Работает в мороз. Да, уже это было проверено. Вот. Шикарный аппарат. Всем советую. И за недорого. 250, ну там еще отплатите вы за доставочку, я так понимаю. Но я так уверен, что вы если полистаете, тут много всяких позиций, что-нибудь может вам понравится, вы купите, и как бы вам доставка будет немножко подешевле. Тут есть на что обратить внимание. Вот. Есть что купить всегда какую-нибудь мелочевочку. Не у всех и не всегда все есть. Вот. И тут куча вот, можно листать страничек. Есть, как говорится, на что посмотреть, чем подучиться. Вот. Так что удачных вам покупок. Я думаю, что ответил на ваш вопрос. Хорошая вещь, удобная, такая компактная, в общем, в руке лежит хорошо. Ну и самое главное, что точное мерение колоссальное, прекрасное. Все, всем удачи.